Короче, последняя история. Я подключил GeForce к своей Naomi, поставил на Dim, типа все включил, GeForce завелся, в менюху входит, все окей, но Naomi один не выдает видео через VGA. Вот такой VGA. Naomi 2 выдает видео через VGA, вот это вот. А Naomi 1 нет, скорее всего, тут другая распайка и... Внимание, запахло жареным из-за зираке. Я такой типа, а чем пахнет? А чем пахнет? И в общем, я отключился к херам, потому что у меня одна нога поломана чуть-чуть. А я долбоеб, короче, взял и включил все это дело. Я думаю, что ничего страшного, но ключик надо будет перекодировать. Вот, видите, косяк. Я такой думаю, ну все нормально, похуй вообще, похуй, включу, блядь. Включил, блядь. Мало того, не увидел ни видео, нифига, так еще и ключик нагрелся прилично. А это Under Defeat. Ну-ка, проверим-ка мы еще раз. Проверим-ка мы еще раз. Все мои монетки, блядь. Раз, два. Плеер 2. Бум. Плеер 1. Insert coins. Ха. Но у нас нет монет. Да поставить одну монетку, одну игру, блядь. Что за издевательство? Все круто, работает. Работает, работает. Уиу, самолет, вертолет. Но с первой Номи, конечно, прикол. Надо делать телек, паять, чтобы подключить ее к телеку по специальному VGA. И замутить зирокей. Круто, короче, круто.